каким образом это людям будет выделяться средства? Значит, расскажите, пожалуйста. Уважаемые депутаты, Станиславные и приглашенные, значит, комиссия будет создаваться при администрации города Керчи. Она будет состоять из управлений, там, с финансового управления, с нашего департамента. Также будет представитель в этой комиссии с депутатского корпуса. Эта комиссия будет на основании актов обследования, которые проводит Департамент труда, социальной защиты, а также вместе с социальными работниками комплексного центра. Да, на основании этих социальных паспортов выявляется нуждаемость человека для того, чтобы ему были выделены деньги для того, чтобы сделать ему ремонт. Я так понимаю, что он будет, конечно, не капитальный, потому что денег мы рассчитываем на человека по 100 тысяч. Но во всяком случае, для сделать, допустим, там установить окна, заменить, допустим, дверные полотна, где-то отремонтировать крышу. То есть на вот эти вот услуги ветерана Великой Отечественной войны и также членам семей погибших. Скажите еще раз, это для каких жителей, для какого населения, для каких домов? Это для государственной собственности? Нет, это касаемо людей, кто является собственником жилого помещения. Это может быть квартира, это может быть частный дом. Это для ветерана? Да. То есть это не для населения всего? Нет, ветерана вот Великой Отечественной войны. С этого надо начинать. Для ветеранов Великой. Там ничего не говорится, там для населения. Для населения тогда все могут обращаться. Нет, это именно ветераны касается. Великой Отечественной войны. Спасибо большое. Горе граждан. Если мне вопросы, присаживайтесь, пожалуйста.